Радио Утро. Все проснитесь. Желаю всем приятной игры. Игрок номер один, минута ваша. Так, приветствую всех игроков на первой игре Магистрейта 21 года. Благодарен, наверное, рандом организаторов, не знаю кого, за большую честь, которая выпала мне открывать этот турнир. Вы знаете, я думал ночью о том, что, мне кажется, Мафио и вот то, что происходит в ФИИ, вот Магистрейт, это все можно сравнить с сериалом. То есть каждый год, какой-то новый сезон, есть какие-то основные персонажи, да, там главные герои, есть новый состав, постоянно что-то обновляется. И судя по тому, что в следующем году все изменится, мне кажется, наш сезон, он заключительный. То есть то, что будет дальше, это такая перезагрузка, вот, может быть, какая-то новая адаптация. Поэтому наш сезон, он завершающий. И в нашем сезоне есть главный злодей. Их, этих злодеев, 10. Это каждый сам у себя. Если мы сможем на этом турнире победить в первую очередь самого себя, переиграть, то мы переиграем наших оппонентов. Поэтому желаю конкретно спасибо. В этой игре... Время, 6 красок. Игрок номер 2. Да, спасибо, рада всех приветствовать. Я мирный житель. Так, а почему 6 красных? Там что-то еще было отдельно про шерифа? Или это оговорка? Это оговорка? 6 красных? Ну, типа их же все равно 7. Шериф считается за красного. А, ну ты от себя читал. Так, хорошо, ладно. Мне пока кажется, что речь первого довольно качественная. Я не сильно его подозреваю. Переслушаем, конечно, выставляю игрока номер один. Принт один. Вот, но мне прям понравилось. Мне кажется, он мог об этом думать ночью, и мне было интересно. Подача, как всегда, была нормальная, но мне кажется, и от черного Вову мы можем увидеть такую же подачу. Вот, но пока мне в совокупности своих ощущений и того, что речь была довольно непрерывная, не сбивался. Поэтому я думаю, что первый скорее красный. Я играю с один до распила точно, сама игрок красный. Я надеюсь, что мы обеспечим в этой игре каждому красному поддержку, вот, если этот красный будет не метаться, потому что мне кажется, что сейчас красным может быть тяжелее. Да, игрок номер 3. Так, рад всех приветствовать. Пока приветствуем всех. Пока не началось что-то интересное. Так, я играю 1-2-3, но с пометкой, что здесь может быть черный. Я не думаю, что здесь два черных игрока, по тому, как вторая окрасняла игрока номер один. Вот, первый поговорил стандартную речь. Я уверен, что это заготовлено. Никогда в жизни он об этом ночью не думал. Чтобы мысли у него были о злодеях, о том, как же ты сам себе, еще что-то. Я думаю, что он перед игрой уже запланировал свою речь, и достав любую карту, он бы сказал бы эту речь. Поэтому речь хорошая, качественная, в плане содержания и в плане, как он ее подавал, но цвет это никак ему не дает. Поэтому для меня среди 1-2 краснее 1, потому что вторая красняла именно первого игрока за то, что он мог об этом ночью думать. Мне кажется, что ночью думать об этом он точно не стал бы. Вот. Но пока я играю 1-2-3, объяснил, почему не думаю, что 1-2 вместе черный, может быть, оба красные, но пока краснее 1. В любом случае, надо спасибо. Его послушать по победе. Время 4. Так, сыграю пока 1-2-3, где уверенный красный это игрок номер 3. 1-2 больше красные, но какой-то уверенности нет. Я бы вообще не краснял бы сильный игрок номер один, потому что он всегда говорит хорошо и красным, и черным на первом номере. Поэтому нужно обязательно слушать его позицию. Так, сначала хотел сказать о том, что давайте шерифы не будут скрываться, потому что шериф очень часто скрывается черным игрокам. А потом подумал, что можно в этой игре не скрыться реально, потому что я красный. Если мне шериф скроется, то это будет, в принципе, мне кажется, залогом красной победы. Я надеюсь, что шериф будет хороший проверок. Я кого-то покажу на проверку, но шериф пусть сам решает, проверять это или нет, потому что на ноль я не сильно разбираюсь. Почему 3 красные? Но он правильно поговорил по игроку номер 1, но по игроку номер 2. Поэтому по акценту у меня самый красный это игрок номер 3. Пока играю 1-2-3. Спасибо. Спасибо и вам, игрок под номером 5. Так, рад всех приветствовать за игровым столом, друзья. Амкаровец первым, красная карта. Вот. Для начала я подумал, что речь первого однозначно заготовленная, потому что он знал, наверное, заранее, что играет на первом номере. И такую речь можно сказать с любым цветом. Но дело в том, что я подозреваю два момента. Первое, она очень много окрасняла один, хотя в середине речи пришла к тому, что первый любым цветом может сказать эту карту, что мы уже слышали на мастерсе неоднократно, что первый игрок и на черной карте хорошо открывает стол, и на красной. Вот поэтому я... Именно если два красные, от нее ждал речь, что она скажет, первый может быть любого цвета, речь понравилась, могу сыграть, но надо обязательно слушать. А там было от нее, что первый красный. Второй момент за 6 карт. Мне кажется, когда он сказал 6 красных, я сразу же понял. У меня в голове было, что ну, он себя позиционирует как красный, еще оставшиеся 6, хоть он мысль саму и не договорил. Вот за эти два момента я подозреваю 2, и при черной 2 у меня нету черного 1, там не двойка черных. Но акценты с 3 и 4 не совпадают. 3 сказал 2 краснее, чем 1 для него. Для меня это не так, для меня 2 подозрительнее, чем 1. 3 сказал 1 краснее, чем 2. Я перепутал, значит, прошу прощения, значит,
может быть. Все, я просто он это одну секунду речи на это потратил, я мог не услышать. Спасибо. Я еще удивился время. В этот момент. Игрок номер 6. Игрок номер 3, это вы кашляли, когда там... Так, я играю с игроком номер 3. Играю с игроком номер 2. Почему я подумал, что красный 2? Я, кстати, понял аргументы, поэтому не особо черный 5, потому что он что-то объяснял по 2, но для меня красный 2, потому что когда в конце речи игрок номер 1 сказал вот эту штуку про еще 6, 2 вроде как придралась к нему и начала что-то, а 6, а кто еще 6, почему ты не сказал про себя и так далее. И если она черная, у нее же нет искреннего мнения по цвету первого игрока, она его знает просто цвет. Поэтому она бы продолжила дальше атаковать. Она придралась и потом сказала, что речь хорошая, все нормально и так далее. То есть она не сатаковала первого, хотя придралась. Поэтому для меня красный 2, красный 3, потому что нормально поговорил и кашлял. Русик, на самом деле ты у меня даже более подозрительный, чем игрок номер 5, потому что ты не объяснял ничего. Тебя игрок номер 10 спросил там, почему 3 самый красный, ты хоть что-то ответил, а на своей речи аргументов вообще не было ни по 1, ни по 2, ни по 3. Я играю 2-3, что? 4 самый подозрительный для меня, потому что вообще ничего не объяснял. Спасибо. Время 7. Ну, для меня не черный 4, потому что он отметил по третьему игроку, и я частично понял аргументы пятого игрока по второму игроку. То есть, когда 3 сказал, то, что второй игрок накраснял первого игрока, там такого краснения не было. Наоборот, придралась к его, ну, к его речи, то, что он посчитал 6 черных игроков, 6 красных игроков, но типа себя не досчитал, как бы. А потом уже начала говорить то, что для нее качественная речь. Поэтому это странно, поэтому не должен быть черным 5 пока что на 0. Пока для меня краснее 3, 4 и 5. Хочется сыграть 1, 2, 3, 4, 5, но пока не буду. Потому что первый попилится, скажет свою позицию, пока не готов с 1, 2 заиграть. Несмотря на то, что и 3, и 4 заигрались с 1 и 2. Что? 1, 5... И, да не важно. Пока 3, 4, 5, 7 играю. Пока у меня 6, 1, 2, какой-то маф есть. Ну, как минимум 1. Вот, если после себя будет хорошая речь. Вот. Пока... Ну, краснее 1, все равно среди 1-2. Но то, что ты красняешь 2, спасибо. Ты можешь быть черным. Время 8. Доброе утро, город. Рад всех приветствовать. Желаю всем хорошей, интересной игры. Победы нашей красной сильнейшей местами молодежной команде. Передаю привет своей любимой семье. Выставляю 2. Видимо. Я бы переслушал 2. Я пока играю 1, 2, 3, 5 и 8. Здесь, если есть черный игрок, то это кто-то между 1, 2, 5, 1. Я пока подозреваю 2, объясню почему. Вторая, после речи игрока номер 1, ну, ты сказал, что допустил, вы сказали, что допустил игрок номер 1 оговорку по поводу 6. Для меня, для вашей речи была лексическая ошибка. Ее может, могу допустить я, может допустить 10. Но вы, человек, который... Нет, вы нормально разговариваете по-русски, а мы 8-10 можем не говорить нормально. Вы сказали, какая разница, их же все равно 6. В моем понимании, если даже я вот допускаю возможность, что я могу сказать неправильно, ну, простить себе и 10-му, не сказал бы их, я бы сказал нас 6. Поэтому я подозреваю 2. 10. Вот. Для меня есть черный 100% 6-7, поэтому я бы 6-7 бы не проверил. Я бы на месте шерифа проверил 2 просто, и все. Ну все, с остальными я... Спасибо. 9. Всех приветствую. Вы сказали 1-2-5-8 вашей команды, правильно? Ну как-то было такое. 1-3-5-8. Хорошо, проверка. Да, попилим 1-2, я тоже бы переслушал 2. Если 2 красные, обязательно черный в 5-7, я бы голосовал 5-7, если 2 определить красный. Ну, еще и 8 можно добавить. Объясню, почему подозрительный, да, я проверю черный. Я не считаю красный 8, я играю 1, даже после этого с 2 сыграю. 1, 2, 3, 4, 6. Я думаю, 5-7-8, это более подозрительный сектор. Объясню, почему. 5, прослушал речь 3, где 3, акцент первый, самый красный. Да, у тебя тоже акценты перепутаны у тебя. То, что ты привел аргументы по 2, я тоже подумал, что вы же позиционируете как красный, правильно? Вы тоже должны, вы тоже, вам надо тоже победить себя. Вы же сказали там 7. Ну, то есть это вопрос интерпретации. Это не такое, что надо из-за того, что вторая придралась к этому. Во-первых, она не придралась, как правильно сказала, игрок номер 6. Она потом не сыграла уже против своего фунта, поэтому аргументы не сыграла против 1. Поэтому позрительный 5. Позрительный 7, который берет 3-4-5, когда 5 сыграл только с 1. Поэтому позрительный 7. Ну и позрительный 8, понятно, что он показывает. Я рядом сижу, он показывает, спасибо. Игрок номер 10. Вы с кем хотите поговорить? Хорошо. Вы какие-то все грустные. Вот у меня какое-то переживание есть. Но знаю то, что за мной весь Казахстан стоит, за мной спин, так что нормально, выиграем красными. Так, пилим 1-2, позрительный 9. Когда 8 играл, он такие классные вещи говорил, потому что именно про 2 никто не говорил, а я вот об этом думал. Но есть момент, то, что может 8, если маф, именно со вторым разбегаться. Я так подумал, вот так. Я играю в команде 1, 2, 3, 4, 10. Я не понял, почему взять 6-го игрока, вот так вот, мне объяснили. Ну, пока не хочу, брать, понимаешь, он все элегантно сыграл, вот так вот, 1, 2, 3, 4, 10, потому что твоя команда, вот так вот. Для меня красная 4, вот так вот, как он сказал. Но я не понял, почему ты называешь 3-го красным, то, что он типа по первому аргументу дал, ну окей, вот так вот. Для меня он всегда хорошо говорит. Все, 1, 2, 3, 4, 10, пилим 1, 2. Так, я проверил бы, честно, 8-го игрока. Почему?
Меня, ну я вскроюсь, ребят, я всегда. Спасибо. Время. Руки со стола убрали. В городе голосование. 1-2. 1-2. Кто считает, что нас покидает игрок номер 1? Спасибо, 5 голосов. 5 голосов от игрока игрока номер 2. Игрок номер 1, 30. Так, ну, я бы проверил господина Градиента. Что-то как-то команда 2-3. У него был еще кикс, он сказал, что я понял 5. Потом объяснял, почему 5 был подозрительным. И в итоге, да, 5 атаковал 2, я понял все, что сказал игрок номер 5. По игроку номер 2. Мне не нравится команда 2-3, и я не увидел оснований у игрока номер 6 меня выкидывать из команды. Если 8 думает, что черная 2, для него в 6-7 однозначно 7 должен быть красным. Потому что 7 играет 3-4-5, выкидывает игрока номер 2. Поэтому время игрок номер 2. Так, нерабочий аргумент, что я должна была сказать, что первым может быть его аутсет, потому что у нас были игры, где первый говорил также нормально на первом номере, и я его красным не называла, атаковала тех, кто называет первого игрока красным. Сейчас меня ничего не зацепило, поэтому смысла в этом аргументе вообще никакого нет. Дальше, для меня подозрительный 5, который реально не услышал речь 3, и в связи с этим, может быть, пока не хочу сильно атаковать игрока номер 6. Для меня подозрительные 5 и 7, поэтому как будто бы мне нужно помириться спасибо с игроком номер 8, но он пока меня руки со стола убрали. Голосование повторное. 1-2. 1-2. Кто считает, что нас покидали игрок номер 1? Спасибо. 5 голосов. 5 голосов за игрока номер 2. Ставится вопрос на голосование. Либо поднимаем обоих игроков, либо оставляем. Кто считает, что обоих игроков нужно подняться со стола? Стреляем в 9, он мне вскрылся. Спасибо. В городе ночь. Спим. Номером 4. 20 секунд. Примите 5-6-7. 5-6-7 принято, остальные просите. Так, ладно, скорее красный 7. Мне кажется, 5-6 и не 2 красных. Красный 3. Мне кажется, красный игрок номер 1. Скорее красный 7. Есть черный среди 8-9, есть черный среди игроков 5-6. Три красный точно. Странно то, что 2 называет 8 больше красным, но это реально странно. Мне кажется, 2 не должна называть 8 красным. Не знаю, можно пилить что-то типа 2-8-9. А почему нет? Либо 5-6 пилить. Мне кажется, 5-6 есть, мне кажется, 5 чернее, чем игрок номер 6. Оставляю красным 3, думаю красный 1, думаю красный игрок номер 7 уже после его реакции. Все, спасибо. Эти аплодисменты вам, игрок номер 4, спасибо за игру. Будете из этого локации. Игрок номер 2. Так, выставляю игрока номер 7. Значит, твоя позиция 1, 2, 3, 4, 5. Для меня может быть красный 6. Да, ты сказал, что можно было бы вообще сыграть с игроками 1, 2, 3, 4, 5. Для меня может быть красный 6, для меня 8-9, не вместе черные игроки. Итого, если с твоей позиции, если мы оба красные в этой игре, это я ошибаюсь, 6, 8-9 кто-то и черный 10. Угу. Я пока так не вижу, поэтому я подозреваю тебя. Выставите обязательно 5, я уже сказала, что меня пилить нельзя, поэтому вам придется с этим пожить кружочек минимум. Вот, я подозреваю 5 и 7, и поэтому... Я сказала, что может быть красный 8, потому что у него атака идет 5 и 7. Нет.
Но, значит, будем переслушивать еще. Я запомнила, что он сыграл в сектор 5-7. Поэтому я пока не подозреваю 1, не подозреваю 3. И для меня может быть разница 6. Спасибо. Время. 3. Так, выставляю 10. Это 10. Смотрите, я подозреваю, что 7-9 это двойка. Объясню, почему. Седьмой сыграл. Что? Я этого не говорю. Для меня красная 2, для меня красная 8. И пока, ну, не подозрительный 1, хотя я задаюсь вопросом, почему все играют 1, 2, 3, 4. Да, то есть, понятное дело, здесь есть отстрел, но все же, что? Ну, большинство, я сейчас объясню. Седьмой сыграл 1, 2, 3, 1, ну, короче, ты обидел много здесь, выкинув одного игрока, шестого или пятого, неважно. Девятый усилил такую же почти позицию, но взял шестого, а не седьмого игрока. Десятый закрыл стол, сыграл 1, 2, 3, 4, не показав ничего. Ты показал, что 10-й черный, ни разу не прожицкалил на номере 9. Что? Да без разницы. Вы играете почти с теми же самыми командами. Меняется только на одного игрока. Вы что мне хотите сказать? Что вы друг друга выкидываете только именно из-за этого? Пока на данный круг я предлагаю игрокам 2-8 не ссориться. Среди всех оставшихся для меня 6-й покраснее. Для меня черный 10 за команду 1, 2, 3, 4. Самый красный 4. Спасибо. Подозрительный 7. 5. За атаку в 2. Так. Тяжело коррелировать совещание Русика с тем, что происходит за столом, потому что речи 2 и 3 мне не нравятся. Как у 3 самый черный 10, если в его логике он вообще со всеми красными играет? Это черный, который играет с красными, тогда другие аргументы должны быть. Почему черный 10? Выставляю 2. 2 сказала, она не хочет играть. 2 проверенная красная? Значит, 3. Да, показывайте что угодно. 2 сказала, что 8 сыграл против 5 и 7. 8 сыграл с 5 против 6 и 7. Как это можно не слышать? Это же разные цифры абсолютно. И она говорит, раз он сыграл против 5 и 7, поэтому я подумал, что он красный. В этом нет логики, если что. А 3 не может атаковать 10. Нету. Смотри, в этом. Там заявку. Все, я не ладно, я понял. Она, там заявки не было. Она сказала, меня вы на этот круг не попилите. 3, пусть значит, я шериф, вторая прям красная. Нормальная заявка? Тогда почему 10 черный? Где логика-то? Какая? Если он сыграл 1, 2, 3, первый абсолютно неподозрительный игрок для меня. Вот. А 10 сыграл 1, 2, 3, 4, 4 отстрел. Если вы шерифс 2 красный, 10 у вас самый красный. Спасибо. Должен быть. 8 дней, значит, будем голосовать. Там не 2 красных. Остановитесь. Фол. Говорите 6. Так, давайте без вот этих муток. Если вы скрываетесь, какая проверка нормальная? 3 проверенных черные. И ты 2 проверенных красные у тебя. Так, мне не нравится 10, и не нравится, ну, не нравилось 2 на распильной речи, я видел, что она уже не красная, потому что, ну, как можно это прослушать? То, что, все, что сейчас 5 объяснял. Речь 8, что в 6-7 есть черный, и он играет с 5 за атаку в 2. Ты сказал, для тебя черный в 5-7, поэтому надо помириться с 8. 10, смотрите, мне кажется, я 40 секунд своей речи посвятил тому, что объяснял, что 4 для меня самый подозрительный из всех до меня, потому что у него не было ни одного аргумента. Как только я закончил речь, через 2 секунды 10 спросил, ты 2-3-4 сыграл? Как после моей речи можно было подумать, что я сыграл 2-3-4? Я всю игру объяснял, что выставляю 5, но 5. Только потому, что там мне ваше шрифство больше нравится, 10. Он играет в тебя, мне он черным особо не оказался. Вот. Ну что, черный 8-9 какой-то есть? Есть черный, где там между вскрытием в 2-3 и 10? Спасибо. Для меня время 7. Так, а я красный, правильно? Потому что по жестикуляциям я тебя уже черный не считал. Когда уже все попилились, поговорили. Смотрите, и 2, и 10 сказали на своей речи, то, что 8 – качественная речь. Но ни 2, ни 10 не взяли 8. Что на попиле ты сказал, как бы я должна играть 8, а 10 сказал качественную речь у 8, но не берет 8, это странно. Вот, а ты перепутал, что значит, ты кого-то там взял, кого-то выкинул. Ты атакуешь 5, атакуешь 7, как бы, и говоришь, что кого-то взял, выкинул. Для меня это странно было. Но у меня нет скрытия, если думать, что я скрылся ему, у меня нет скрытия никакого. Как бы. Но мне на данный круг, то, что говорит 5, что ему 2 и 3 не нравится, мне тоже не нравится 2 и 3. Потому что, мне кажется, твоя атака должна была в 10 начаться. Он выставил 10, показал, когда мы проснулись 10 черный, мне это понравилось, как бы. Но то, что ты считаешь меня черным, у меня здесь, если 10 черный, то это странно. Вставляю 9, вставляю... Это 9. 10. Не знаю, мне странно. Я пока не понял, кто что вскрывает, с какой проверкой. Я красный, я пока понять не могу. Для меня 10. Спасибо. 0. Время. 8. Давайте расставим все точки над «и». Я тебе задам прямой вопрос, и ты на него правдиво ответишь. 10 не вскрывается шерифом, ему не нравится то, что в него играет 2-3. Я шериф, 2 проверенный красный, 5 должен понимать, что против 2 играть нельзя после речи 2. Я вскрылся 2, это увидел 4, но он, как всегда, боится, что я могу быть черным, специально это вскрыться. Выставляю 5, выставляю 9, выставляю 10. Я бы 5-9 и, может быть, 10, слушаем речь 10. Но я скажу откровенно. Ты думаешь, 7 встает? Ну, 5-7-9 можно. С проверкой 1 обязательно. После этого что?
тебя, нет, там тебя мой красный хочет пилить. Вот. Я уверен, что в 5-9 100% есть черный. Когда 5 сыграл 1, не сыграл 2-3-4, 9 все минуты разговаривал с 5, а потом сыграл против 5-7, и 5 не атакует, 9 играет против 2. Поэтому в 5-9 100% есть черный. Самый черный для меня 9. 5 я подозреваю за игру против 2. Я показал на весь стол, что красный 2. Поэтому 5, 9 и одного вы сами решите. Я решил 5-9, а вы одного. Время 9. Выставляю 7. Какая атака у 7? Только в 9, правильно? 10 скрывается, момент вообще не откатил. Он скрывается, правильно? Как он может стрелять 10? Еще раз. Я сыграл против 5 и 7. Сыграл 1, 2, 3, 4. Это я сыграл против 5 и 7. Вы перепутали. Не 8 сыграл против 5 и 7. Это я ваш лучший друг. Я сыграл против 5 и 7. Сказал 5, 7, 8, что 8 сказал, что я черный. Правильно, сыграл 1, 2, 3, 4, 6. Сколько в 1, 2, 3, 4, 6 черных игроков? По-моему, не больше одного, мне кажется, правильно? Потому что 5, 7, 8, 10 это двойка черных минимум. Поэтому пилите 5, что сделал? Выставил и сказал 2-3, плохо поговорили. 2-3 это уже оба красных, правильно? Поэтому 5 не красный. Что сделал 7? Выставил 9-10. Нет атаки вообще у 7-го, нет черных. Хотя на 0 должен быть. Короче, выставляю 7, выставляю 5, выставляю 10. 5-7, выставляю 1. Попили 5-7-10 и проверь между 8-9. Мы же не вместе черные. Проверь меня. Или проверь 8. Проверь 8. Он же краснее. 8 красный, кайф, проверь 8. А 8 будет черным, я буду красным. Подними 5-7-10 и проверь между 1-8. Все, либо меня. Хорошо? Спасибо. Нормально? Время. Правда? 10. Почему меня вообще? Ладно, йогурт проверю красный, выставляю 5, выставляю 6, выставляю 7. Вот этот должен предлагать. Куб 5-6-7. 5-6-7 в этой игре никогда не все красные игроки в этой игре. И у вас. У вас на тот круг был игроки 6-7 красных. Кто мог? Мав 9. Тогда пилите 5-6-9. В чем проблема? Я понять не могу. И проверьте меня. Слушайте, вас оставило в грусти только красным. И все. Больше ничего. Вы сейчас играете против меня. С каким аргументом? У вас игроки 6, 7, 9, 10, двойка черных игроков. И точно мав 10. БВД. Все. Какой куб? Пили куб, один. То черный, хоть один точно. Да и у меня 5, 6, 7 много черных игроков. Может даже двойка. Красный 6, я не думаю так. 5, 6, 7 попили. Пробей меня. В чем проблема? Короче, давай так. Ты проверишь меня, и мы разрулим. Нормально же? Есть. Че, ну... Слушай, я знаю, кто шериф. Я шериф. Нормально? Придется без шлифскую играть. Время. Фол 6. 1. Кого пилим? Выставляю 5, выставляю 7, выставляю 10. Так, для меня красный 9. Если вы подозреваете меня, проверяете меня, я не считаю игрока номер 9, потому что для меня 9 акцентированно играет в игрока номер 7. А я 7, красным не считаю. 7 противопоставляет скрытию игрока номер 10 и игрока номер 2. Он говорит 2, 10, оба сказали, что 8, потому что 2 не скрывается. Вытащи мне с попила, пожалуйста. Выставляю 5, выставляю 7, выставляю 10. Первый выставлен игрок номер 7. 5, 7, 10 голосуют за игрока номер 7. Нет, дорогой мой друг, 5-7-10 придется. Да, 5-7-10. Кто сломает такой? 5-7-10 голосуют игрока номер 7. Дальше выставлен игрок номер 10. В 10 голосуют игроки 1, 2 и 3. Все оставшиеся голосуют игрока номер 5. Все запомнили? 5-7-9 в первую кандидатуру 7. 1-2-3 во вторую кандидатуру 10. Оставшиеся в третью кандидатуру 5. Выставляю 5, выставляю 7, выставляю 10. Все, 5-7-10. Спасибо. Все, ломаю я. Спасибо. Фол игрок под номером 7. Тишина полнейшая. Прекратили всяческую жестикуляцию. На голосование выставлены следующие игроки. 7, 10, 2, 5, 9, 1, 6. 7, 10, 2, 5, 9, 1, 6. В той же последовательности. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 7? Спасибо. 3 голоса. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 10? Спасибо. 3 голоса. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 2? Спасибо. 0 голосов. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 5? Спасибо. 3 голоса. Автокатастрофа. 7, 10, 5. Игрок номер 7. 30 секунд. Так. Если красная, то ошибся в твоем цвете. Просто речь особо не зашла, хотя тебя сильно не сатаковал. Тебя многие отказались. Как бы. Вот. Я красный, но в этом попиле я буду черным. Буду ломать только я. Понравился 5 просто по речи, по аргументам по тебе. Ты уже красная, может 5 черный. Вот, 9-10 100% есть мап, мне больше 9 не нравится, поэтому проверите 1, если мы поднимемся. Обязательно порядок, проверьте, что. Я думаю, 8 красный. Вот, ломаю я черный, ломаю только я, спасибо. Время, 10. Ну, устаю. Можно я сломаю? Давай я сломаю. Нашли нас счет. Я мап, 6 считаю, убежден в этом. Все, а вы мне не дали победить. Спасибо. Спасибо. Игрок под номером 5.
Так, ну я самый черный, очевидно же, ни один игрок не сказал 5 красных, поэтому если черный игрок я буду ломать, это не шутка, ничего, я не пайчу, на самом деле буду ломать. Вот, мой черный между 7 и 10 не надо ломать, ломаю я. Вот, я не шучу, спасибо. Спасибо, руки со стола убрали, повторное голосование 7-10-5. Кто считает, что нас покидает группа номер 7? Спасибо, 2 голоса. Кто считает, что нас покидает группа номер 10? Спасибо, 1 голос. Поставьте руки, кто не голосовал. 6 голосов. Игрок номер 5, прощально. Ну, черные мои знают, что сделать, они выиграют эту игру. Пас. Эти аплодисменты вам и только вам. Спасибо вам за игру. Все остальные надели маски на лица, ночь. Спим. Доброе для вас, игрок номер 6 вас убили. Так, класс. Что, 8 проверенных? Ну, отлично, и нет контрскрытия. Так, если что, 8 на 0 сказал, что в 6-7 есть черный. 7, ни один круг, не считая меня черным, говорит, что красный 8, поняли? 8 сказал, в 6-7 обязательно есть черный. 7 думает, что я красный, себя считает красным. 8 играет. Вот, так нужно только же красного. А красный? Кто? Кто красный? Mm-hmm. Вовчик как будто вне замеса. Не-не-не, ты не красный. И здесь не красный. Ну, можно Да. Мне кажется, надо один проверить, и нормально будет. Потому что даже если один черный, вы здесь разберетесь. А если другая черная проверка, не разберетесь. Спасибо. Эти аплодисменты для вас. Спасибо вам за игру. Напоминаю, игроки 3. 10 по 2 фола, игрок номер 3. Че, карман тебя прикрыл? Нормально скрылось мне. Еще что-то. Оставляю 7. 7. Ну, неважно, свободное голосование среди 7-10. Я думаю, что 1-9 нет, 2 черных игрока точно. Первый никогда не закрыл стол, сказал, что 9 красных. Или первый красный, который ошибается в 9. Или первый черный, который пытается за собой утащить 9, когда я показал второй, что думаю, первый черный. Поэтому, в принципе, все нормально. Я сказал, что я не при 9 не могу сказать, что я подозреваю 1, когда с ним сыграли все до единого. Потому что я понимаю, что все играют 1, 2, 3, 4, не просто так. Поэтому сейчас послушаем 7-10, решим. Я думаю, что ты точно голосуешь 7. Вот. Не ко мне вопрос. А может, ко мне, может, я открою. Потому что я так байчу и так далее. Все. Ну, качественная, хорошая игра. Без криков, как хотели. Мне такие игры скучные. Я бы ждал контрвскрытия, еще что-то. Ладно. Послушаем. Спасибо. Время 7. Ну, если это мат победа, то я рад, потому что я красный. И, допустим, я вам предложу снять 10 вперед меня. Вот. Но в любом случае, если даже буду я допов здесь не заработаю. Потому что я посчитал на 0 красным 5. И когда умер 4, я показал, ты попал даже не в двойку. Потому что я считаю красным уже 6 по жестикуляциям. И посчитал еще краснее тебя, когда ты показал черный 10. Для меня 10 не красный. Но потом, почему вы меня стали атаковать? Смотрите, 6 красный, который сдох сейчас, правильно? Умер, извиняюсь. Он сатаковал 4. У меня 4 на отстреле. Я сказал, для меня краснее 3-4 вместе, правильно? Смысл мне это делать? Потом 4 оставил меня красным. А я потом сразу сказал, я не скрывался, 4. Смысл мне это черным делать? Оставляю 10. Это 10. Вот. Ошибся в цвете 5. Мне показалось, что ты подозрительный, и он под тебе хорошие аргументы привел. Вот и все. Все нормально. Выиграй. 5 секунд. Спасибо. Спасибо вам. Игрок номер 8, 2 фоломинга. Да, то есть, получается, ты подозревал один, да? Когда я сказал, я не считаю красным один, ты все равно после этого... Ну, ты либо два проверил, я при девятерых сказал. Я сказал, что уже от того, что происходит, не факт, что красный один. Вот. В 7-10 100% есть черный, потому как 5 ломал. Он держал руку по столу, что в 7-10 не ломал. От этого, не знаю, может, это ошибочное мнение, первая игра, для меня краснее 10, потому что 5-7 поставили руку, 10 не ставил, он последним ставил. Если он уже черный решил ломать, вот, нужно красного. Если первый говорит 9 красного, мы проверяем 9. Оставляю 7, в 7-10 для меня чернее 7. Именно потому, как 10 поставил на первый раз на голосование. Вы думаете, 10 черный. Но если 10 черный, значит, я не понимаю, что он сделал на голосовании при 9-х на первом. Он 2, 5, 7 поставили, он не поставил и потом последнюю руку поставил.
Поэтому, получается, по факту он ломает уже. Это какой-то минусовый ход, но я просто не знаю, как он играет черным. Если он черный, буду иметь в виду, что он и так ломает стол. Для меня это будет понятно. Для меня в 7-10 чернее 7. Только 5-7-10 так должно быть. Время 9. Выставляю 11, стреляю 7, стреляю 10. Давай, ты первая игра, что-то слышал меня, скрылся. Черный, за что? Ну ты так намекнул, как будто ты меня... Что? И как будто я черный. Так, я сыграл против... Алло. А, и уважаемые игроки, я сыграл 1, 2, 3, 4, 6. Правильно? Первый зал я красный. Правильно? Было такое, показал. Поэтому проверка 9, 5, 7, 10 есть не хо-хо-хо. 7, 10, 100% есть черный. Я сыграл против 5. Сыграл против 7, который сыграл с моим черным 5, типа, правильно? Если ряд 5, 7, 9, я сыграл против своих 2 черных и так далее. Все. Все же хорошо, проверка 9, это главное. Мат победы еще нет, надо красную проверочку сделать, чтобы мат победы была согласна. 10 хотел стать 6, достаточно красным, ошибочки есть. Первый показал красный 9, первый показал 10 черный, сейчас уже показывает 10 красный. Все, уже все понимаем. Выставляю 1, думаю, вряд ли 5-10, это тройка черных. Реально было бы скорее контрскрытие или что-то они придумали, поэтому скорее черный 1. Поэтому проверка 9, первый сказал 9 красный, 5-7-10 есть черный, правильно же. Поэтому все хорошо. Не параноид, первая игра... Господин Рэп, покажите девушке, мне кажется, она сомневается. Че? Время, он здесь. Хорошо. Так, смотри, тебе сильно точно черный? Просто твоим цветам, да, допустим, ну, ты проснулся, вот третий взял, выставил меня. Смотри, если красный 3, мы эту игру проиграем, вот в чем проблема, нет контрскрытия. Либо ты проверяешь меня. Ну, слушай, если черная команда, допустим, 1-5-9, ну, мы только что приплыли, и сидеть радоваться нету смысла. Потому что я красный, ты уже не попал, понимаешь? Я с тобой, ну, сижу, коммуницирую, общаюсь с тобой. Ну, хорошо. Вот так вот. Тогда ты проверяешь 9-го игрока. Все. Добро? Главное выиграть эту игру. Спасибо. Спасибо. Номер один. Так, смотри, ну я думаю, что 5-7-9 или 5-7-10, потому что 10 находится в самой слабой позиции, и 10 будет ломать. А 10 хотел подъемы 5-6-7. 5-7 100% черные. 10, мне кажется, не будет стрелять 6. Смотри, если уходит 10, то проверяюсь я. Потому что когда 8 проверенный красный, 9 уже не красный. 9 у меня был красным, заявил игрока номер 7. А сейчас я думаю, что после слома 5-10 красный. Ну, либо 5-7-10, либо 5-7-9. Потому что если хочешь снять 10, ты проверяешь только меня. Потому что для меня. Проекта красного 8. Цвета красного 9 уже нет. Выставляю 7, выставляю 9, выставляю 10. Это 9. Мне кажется, 10 красные. Хотите забирать, но нет, проверяйте. Спасибо. Игрок номер 2. Выставляю 1, 9 и 10. Я меньше хочу сейчас проголосовать за 7, чем за любого игрока среди 1, 9 и 10. Больше приоритет за игроков 1 и 10. Что в моем понимании делал 10? Под первые руки стоит игрок номер 7, которого я считаю сейчас больше красным. Под первые руки стоит он. Когда он не ставит, мы можем постараться допилить там или что-то сделать. Вот. Ну, в любом случае, мне непонятна мотивация. Вот красный игрок стоит на распиле. Ему нужно максимально показать, что он красный, ничего он делать не будет, просто встает, если мы его пилим. Что он держит руку и ставит потом? Ну, мне это непонятно. Я не расцениваю это с точки зрения какого-то красного хода. Поэтому, когда один сейчас говорит, что я бы не забирал 10, становится реально подозрительным и один. Вот. Да нет, нам нужно на красный цвет проверять, а не на подозрительный цвет. Поэтому сейчас за то, что ты сказал, что красный 10, для меня перестал быть красным. Но я, наверное, думаю, больше проверка 7. Что? Они красные. Время. Красные. Руки со стола убрали. В городе голосование. Игрок под номером 2. Фол. 7-10-1-9. 7-10-1-9. Кто считает? Я выставлял 10. Фол, игрок под номером 7. Второй. Будьте внимательнее. 7-10-1-9. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 7? Спасибо. Один голос. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 10? Спасибо. Оставшиеся голоса. Игрок номер 10 говорит. Да ладно, это уже не выигранная игра, на самом деле. Ничего страшного. Я не черный, я сдаюсь, это не выигранная игра. То, что Лео, прости, так черная команда 5-7-10. Прям не хотел эту донскую карту, откровенно скажу. Так что надеюсь, следующая игра будет намного интереснее лично для меня. Перед своей черной командой. Не знаю, я думал, ты скроешься, нужно было скрываться откровенно. Вот так вот. Вы думаете, от этого, да, речь от меня ждете или что, ребята? Алло, вы что, от меня эту речь ждете, что ли, или что? Проверь его, алло. Ты реально думаешь, я мав, что ли? БВД. Ну это плохо. Ладно. Да, он шире, кстати. Вот это. Слава, спасибо. Спасибо, аплодисменты игроку под номером 10. Все остальные надели маски на лица в городе ночи.
ради утра, проснитесь. Недоброе для вас, игрок номер три. Ну, ладно. Ну и все, сухая. Ну, не сухая, я не знаю, там, может, черная команда 1-5-7, да, 9 тройных красных. Нет, 9. Что, 9 тройных красных? Ты понятное дело говорил. Я говорил, что он красный. Он второй игрок номер один. Так, 2 проверенных красных. Первый, 8 тройных красных, 9 тройных красных. Я не байчу, ничего, я шериф и так далее. И, наконец-то, я вскрылся красному. Да, и какой отстрел, вообще бомба пушка. 5-6-7 она стала. Ну, 5-7, да, попал по ходу. Вот. Что, ты думаешь, 1-5-10 черная команда? А что ты не застрелился? Ладно, все, с победой. Аплодисменты, которые надеюсь, спасибо вам за игру. Напоминаю, 1-7-8, у вас по 2 фала. Будьте аккуратны, игрок номер 7. Сказал, ты красный. Он меня спрашивал, 8 красных? Я говорю, думаю, да. Хотя ты тоже с 5 заиграл. Ну, понравился просто. То есть, сля один. Смотрите, почему 9 красный уже? Потому что черные 5. И потому что первый сказал на своем речи, когда закрывал круг, что черный 7, поэтому считает, ну, сильно красным 9. Если, допустим, 9 проверится черным даже, когда он на себя проверку просил, то я окрасняюсь этим. Поэтому смысла не было в этом. Выставляю 1. Что? 9, 10. Да, да не суть, как бы, ну, нужно было меня проверить, я просто один снял сначала. Ну, я же показал, если 3, 8 проверенные красные, хотя 6 меня подозревал, потому что я говорил, что красный 8. Вот, для меня сам очень красный был 4. Вы его не поняли, я понял его аргумент по 3. Вот, оставляю один пас. 8. Да. А ты убил 6, наверное, думал, что градиент, да, скрылся, Даня? Потому, когда не показывал. Понятно было, что 6 убил тот, кто закрывал между 10 и 1. Вскрытие было 2-3, и 1-10 искали, я не знаю, кто из них, искали тот, кто вскрылся третьему. Вот. Но не, должна была родиться мысль, почему 2 говорит, что она проверенная красная, а 4 сказал 3 красные. Поэтому шериф в 2-3, 100%. 6 вы убили зря. Вот. И мне кажется, 1-5-10, потому что 10 на прошлый круг сказал, что проверить надо 9. Для него 9 100% черный, а ему нужно красную проверку, да, чтобы мат победа была. Поэтому я думаю, 1-5-10. Ну, возможно, интересная игра. Но не думаю. Ладно. Вставляю один пас. 9. Кажется, нам в любом случае неинтересно. Дежурный победа. Даже если один. Я думаю, теперь первый черный. Потому что в 1-8 был черный. Проверка 8 кайф. Просто ты показал, я черный, когда сыграл правильно. Почему? Что ты показал, что черный? 5-7, да. 5-7-10 у меня получается. Я сыграл 1-3-4-6, и никто играет против тебя. Потом позвал я черный. Ладно, говорю, играю с уверенностью 2 против вас. Выставляю один пас. Один. Да, я на самом деле очень доволен игрой своих черных игроков. Во-первых, мне нужно было отдать динамику на 0. И я вот уже убил игрока номер 3, потому что я понял, что ты в плюсе 4. Дальше, я не знаю, кого он там проверял, как можно дать отсев 6. Понятно, что 2 не шли, потому что 2 подозревало 5-7, да, к автоктасуре, и после автоктасуре она проверила 5-7. Все равно там проверку не сделала. 6 уже сыграл с 2, и 6 вряд ли бы пошел и проверил 2. А 3 вскрылся на стол, после чего 8 стало прикрывать. По-моему, 3 просто вслух сказал, что он шериф. Но глубить игрока номер 3. Вот. Я бы сказал, это если я был бы чуком в столе 7. Спасибо. 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 Руки со стола убрали, голосование 1-7. 1-7. Кто считает, что нас покидает рук номер 1? Спасибо. Горите один. Прям все на допу, да, в чем? Да нет, ну, конечно, во-первых, если он не вскрывается, мне кажется, я живу с мыслью, что у нас найден шериф, и когда шериф не найден, уже можно не делать эти ходы, типа я черный всех тебя там подставил, уже мат победы. Ну ладно, почему он откатывает? Вскрылся, тяни вторую версию, все, мы играем. Да не важно, какую-нибудь другую проверочку. Все, две версии играем. Нельзя... Ты запомнил, как играет черный 10? Нельзя не играть две версии, когда ты не уверен, что убиваешь шерифа. Ну, по-моему, это очевидно. Если ты не точно считаешь, что он ночью убьет шериф, ты должен скрыться, сделать ход и отыгрывать. Вот. Ну, обидно, конечно. Нерчик начался. Ну, красный, спасибо. Эти аплодисменты. Спасибо вам за игру. Победа красный, черный. 1, 5, 10.